В российском фигурном катании назревает очередной скандал. Дочь Тутберидзе Диана Дэвис, как и Ксения Синицына, пропустила большую часть сезона, но для нее почему-то сделали исключение. В межсезонье Диана сломала ногу и долго не могла восстановиться от травмы, из-за чего вместе с партнером пропустила этапы Кубка страны и Чемпионат России. Все это время фигуристы тренировались в США и прилетели в Москву специально для участия в финале Кубка. Исходя из логики федерации, Диана и Глеб тоже не заслужили никакого права участвовать в турнире, ведь правила они не соблюдали. Но дуэт спокойно числится в списках и снова готовится к соревнованию. Вообще двери в финал Кубка России для фигуристов сборной обычно открыты. В 2019 году Медведева и Туктамышева не участвовали в этапах Кубка, но соревновались в финале, чтобы разыграть квоту на чемпионат мира. В целом тенденция продолжается и в этом году. Даже несмотря на то, что из-за отмены международных турниров статус Кубка резко повысился. Решение Федерации дать шанс фигуристам из сборной, пропустившим соревнования, вопросов не вызывает. Единственная претензия в том, что она работает не для всех. Ксения Синицына входит в резерв сборной России и тоже заслуживает индивидуального подхода, даже если она представляет не Тутберидзе или Плющенко, а скромную школу «Снежные барсы».